Это приспособление можно использовать не только для стрельбы лежа, но и для стрельбы с колена и стоя. Ниже это будет показано. На АКС такое приспособление наиболее эффективно, так как здесь имеется незначительное расстояние между нижней антабкой и верхней антабкой. АК-74 здесь уже посложнее использовать, так как антабка нижняя располагается на сантиметров 10 ниже, и длины ремня уже будет меньше хватать. А на СВД еще сложнее его использовать. В принципе, можно использовать только лишь при стрельбе лежа. С колена и стоя здесь достаточно неудобно его использовать, так как расстояние между нижней и верхней антабками здесь значительное. И здесь, естественно, я рекомендую использовать приспособления, используемые биатлонистами при стрельбе из спортивной винтовки. То есть имеется в виду делать ремень на правом предплечье, а крепление само выносить на ремень, для того чтобы его зацеплять и снова образовывать этот жесткий треугольник для удержания оружия.